Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами GamerCraft TV. Сегодня я покажу новый чит на игру Beastwar. Эту идею мне подкинул подписчик. Так что сегодня я покажу, как читерить здесь. Ну, в основном покажу автофарм. Итак, мы заходим в чит, скрипт хаб, выбираем скрипт Beastwar MC от Gahana, Execute нажимаем. И вот у нас запускается сам чит. В этом чите у нас 4 вкладки, как я помню, или 5. Сейчас загрузится у нас меню, я вам все расскажу. И покажу. Так. У нас здесь 5 вкладок, как я говорил. Home, тут ссылка на Discord, фарминг, waypoints, какие-то поинты, пути. Вроде это тпхает на всякие поля, если я не ошибаюсь. Экстраз, здесь всякие, ну, добавочки всякие к автофармам. Настройка это анти-АФК. Итак, в общем-то, основные функции здесь апфарминг. Это фарм. Вот мы нажимаем старт фарминг и мы начинаем фармить пыльцу, с помощью которой мы потом делаем мед. Вот, потом закупаем пчел. Я не до конца разобрался в этой игре, в общем-то, да. Ну, вот так вам расскажу. Я не везде тут, так сказать, не во всех разделах разобрался, вот. В общем-то, расскажу. Так, тут можно фармить санфловер, машрум, то всякие растения, которые там дают пыльцу. Вот спайдер здесь еще, паук, то есть. Ну, тут много чего есть. Итак, тут тоже какие-то автофармы есть, вот, добавочки. Вот. Ну, я обычно... Можно включить вот это. Вот, это фарма Левс, вроде Лиам. Вот не помню перевод, к сожалению. Ну, в общем-то, у нас, как видите, колоночка забилась. Вот. Вот, если что, как это исправить? Нажимайте, короче, автоквест. Там вроде квест нужно выполнять. Ну, как видите, автофарм вроде как работает, я вижу. Вот. Просто я не до конца разобрался в этой фигне, но, в принципе, все работает хорошо. Так, автоколон, в принципе, основу показал, поучило, отстанет меня. Так, ну, с вами был я, GamerCraft TV, всем удачи и всем пока-пока. And just lube it up, and it's a long process, you know, to get your whole arm up there. But it's an intense feeling for the other person. I think for myself, too, it's, you go in places that...